Людей родился и вырос, чем не смысла, дали быстро, не падаю вниз. Это потому что не летят, предметы не летят, я смотрю свет, я родился и вырос, там где не смысла, дали быстро, не падаю вниз. Это потому что не летят, предметы не летят, я смотрю свет. Сегодня трудный день и нужен хлеб. Хаваю то, что даю слабый ответ. Новая работа, дом похож на склеп. Ты хотел настоящий трэп, вот это трэп. 30 дней такой же, как и был вчера. Правил эту встречу, чтобы опять забыться до утра. Помнишь, лампочка в полтинник, я не брал. И пусть злой играет чупили, но это не наша игра. Понедельник, каждый день как понедельник. Кто побил на старый велик, чтобы упали там в шиле. Наше свое на веселье, есть повод для веселья. Кто будет тебе на неделе, он для жизни приступили. Потому что видишь этого парня. У него нету папы, у него нет лаванды. У него нету ванны, я знаю этого парня. У него нету мамы, поэтому здесь и быстрее хотел наполнить карманы. Школьник повесился во дворе дома. Телочки мутят обои на соломы. Собаки лают, чей-то замок сломан. Здесь получше градус из металла лома. Так что, сука, я из низов. Мы было с пронизом. Мы как раз пизов. Они пишут визов. Смотри, все визов. Там ты как Алиса. В стране чудес визов. Мой мир за 11 километров от города. Еще одна ночь в одном фону. Скажи, что утром я найду в туда какие-то телефон. Мы снова там, связанный по бок. Даже почти на полпути не смогли найти дорогу в дом. Что сидим, когда мы найдем лоток. Чтобы никак не было тех пацанов. Вы здесь все кричит алло. Понимаете, где мы все дано. Так что не пьем. Каждый день искать дом постановки. Так когда нам упадет новый кусок. Это же только этих звук. Еще один сумасшедший день посчитает. Все эти голов, не теперь уже считают. Ich meine,
Dieser ganze Lärm um mich verstummt, ich höre euch nicht mehr. Langsam habe ich das Gefühl, ich gehöre hierher. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr. Probier mal
мамою. Вся моя країна велика, рідна сім'я тут. Вас ніколи нікому не було потрібно. Кому це таке, що від того світу повинно? Руський воєнний корабель пішов би тринаку. Вся моя країна велика, рідна сім'я тут. Вас ніколи нікому не було потрібно. Кому це таке, що від того світу повинно? Я за кору руками ти біля залізниці. Дайте мені поляни, тут паком поломити. Ми сьогодні вечір поводимо в полі друзів. Ми мішаємо разом з моєю ванильська смузі. Руський воєнний корабель пішов би тринаку. Вся моя країна велика, рідна сім'я тут. Вас ніколи нікому не було потрібно. Кому це таке, що від того світу повинно? Ваше телебачення, то є суцільна казка. Цигани танки русські в полі почали красти. За нами братом пенсі рота, отаходить заходу до сходу. Ми разом зі мною стоїмо. Брати під моєю крайку, там не було. І ще без храми, то пейло. Кинули пустимо, килимо, там не було. Хай прямі пепелом. Русський воєнний корабль пішов би динакові. Вся моя країна велика, рідна сім'я тут. Вас ніколи нікому не було потрібно. Робити таке, що від того світу видно. Русський воєнний корабль пішов би динакові. Вся моя країна велика, рідна сім'я тут. Вас ніколи нікому не... La vérité sans tabou des enfants, les concernés ne sont pas très contents. Y'a beaucoup de choses à dire du coup j'ai appelé. Ils ont mis tout fait du joueur avant mon anniversaire. Je supporte la peine de mes frères, ma daronne c'est une guerrière. Si ils détestent, j'ai tenté la réussite. Et si ils t'apprécient, dis-toi que vous avez la même vie. Mais c'est vrai que t'as pression comme elle, on dit que j'ai pour y ressembler, j'ai pensé la pilule. C'est un temps d'enfant du plus, mais t'as pétant dans votre placard. Et l'on te mettra vos éclats et crapuleux comme un conchelage. Une dernière traînée à publier, c'est un bien habitué au photo. Viens là-bas, pas ta mère. Похилилася, щось наша славна Україна зажурилася, а ми твою червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо, а ми твою червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Виступають наші добровольці у... Конечно, планы в России были и аппетиты широкие, и раньше, но осеклись на Афганистане. Знаете, как в один год муравей перевязанный идет, а кумарик спрашивает: «Что с тобой, мурик, дорогой? Что случилось?» «Да, было дело. Хотел светлячка отведать, да на окурок нарвался». Вот так нарвались на Афганистан, и аппетиты немножко поубавились. А когда погорели на Афганистане, то решили изменить политику, привлечь Европу на свою сторону, идеологи политики, и заигрывать с Европой, чтобы усилиться до Индийского океана, Ближнего Востока, Босфора, Красного моря, а потом шлепнуть и Европу. Афганистан, а потом и другие трудности, а потом еще теперь Ичкерия. Ичкерия поубавила немножко аппетиты, но не приостановила. В Крыму еще будет бойня. Украина еще слезнется с Россией на непримиримых. Пока Россия не существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Вот сейчас вот славянская там, под этой маркой. Хотят подмять, как и в прежние времена, опять Украину, Белоруссию. Окрепнуть и там далее. Теперь с Россией никто не в союзе, военном, не только военном. И в экономическом, и в политическом. И даже в торговом отношении никто не хочет быть. Уж хорошо изучили. My name is Ryan, and I want to show you some of my favorite places in the beautiful country of Ukraine. So here is my Ukraine Top 10.
is home to some of the most scenic landscapes, from medieval castles to the towering Carpathian Mountains. Ukraine has so many hidden gems waiting to be explored. Let's start this video off in the beautiful city of Kiev. Located in north central Ukraine, Kiev is a sight to see. It's home to nearly 3 million residents, making it the 7th most populous city in all Europe. It's believed to have been founded around the 5th century as a Slavic settlement that grew as it was positioned on the trade route between Scandinavia and Constantinople. Today, Kiev is an important cultural, scientific, and industrial center of Eastern Europe. I'm amazed by how beautiful the city is, especially during the summertime. It's just so great and inviting. One of the most famous places in the city is the Kiev Monastery of the Caves. It's an Orthodox Christian monastery that began as a cave in the year 1051. Today, it's an active monastery with over 100 monks, and it's named one of the seven wonders of Ukraine. Right next to the monastery is the Motherland Monument. It's a 203 feet tall stainless steel statue that was completed in 1981. It's just such a unique statue that towers over the city, and Kiev is such a spectacular place. I hope you all can visit one day. Afterwards, we're going to head over to the infamous Chernobyl. Now, located about 2 hours drive from the city, and Kiev, it's a 203 feet tall. It's the Kiev Monastery of the Caves. It's an Orthodox Christian monastery that began as a cave in the year 1051. Today, it's an active monastery with over 100 monks, and it's named one of the seven wonders of Ukraine. Right next to the monastery is the Motherland Monument. It's a 203 feet tall stainless steel statue that was completed in 1981. It's just such a unique statue that towers over the city. MacBook Pro 15 14 15 15 15 MacBook Pro 2015 року. 2015 року. MacBook Pro 15 дюймів 15 року. MacBook Pro 2015 года. Андрюха.